знаете, виноват, я не знаю что, но по какой-то причине периодически глючит, не знаю, перископ глючит или телефон глючит. Да потому что вы не пробовали на соревнованиях, почему-то грим сильно течет, потому что так и должен течь на самом деле. От 10 повторений приседа повышается пульс до 70. 170 это нормально? Не знаю, не знаю. Посмотрите, сколько в покое. Что думаете о Алексее Шредере, его пропаганде натурального бодибилдинга? Ну, прекрасно, молодой человек или не молодой, не знаю, сколько ему лет, пропагандирует, здорово. Сколько упражнений достаточно, если 2 тренировки в неделю? В смысле, 2 тренировки на грудь или всего? Ну, сколько? 3 упражнения. Волгоград в Кирове, да, 25 июня. Да, привет, здоровья вам. Стоит ли дополнительно принимать цинк? Ну, вот все-таки есть сведения, которые говорят, что цинк повышает или стимулирует выработку тестостерона. А Саша Шпаки? Да ничего не думаю. Нет у меня времени думать о Саше Шпаке. Специфический человек, образованный, хорошо разговаривает. Не знаю, как он выглядит, это его личное дело. Какой минимум углеводов при сушке без фарма? Не знаю, надо пробовать, надо снижать углеводы и смотреть по форме. Так, про пропик, антистрогены отвечать не буду. Как попасть к вам на семинар в Кирове, это у организаторов уточните, я не знаю. В Москву когда? Если с семинаром, то не знаю, а вот по другим делам часто в Москве бываю. Каждая тренировка разная или менять раз в месяц? Ну, если у вас зал оборудован хорошо, меняйте вы постоянно, что вам мешает? В Саратове буду 20, ну, короче, на следующих выходных в Саратове буду, так что сегодня, наверное, афишу выложу. Таскаю железо раз в неделю, 2 часа, есть шанс вырасти? Есть, есть, почему бы нет? Вырастить обязательно. Сколько упражнений на спину, если делаю толщину и ширину в одну тренировку? Ну, 4, наверное, больше не надо. Когда в Сургут, не знаю, Волгоград тоже не помню. Сколько по времени усваивается яичный белок, желток? Слушайте, не помню, где-то выкладывал в группе цифру, и по-моему... Слушайте, там что-то больше часа яйцо усваивается в целом, но я вот сейчас врать не буду. Нет, вы что, обалдели? 4 на ширину, 4 на толщину, 2 на толщину, 2 на ширину. Хотя это некорректно делить на ширину и толщину. Существует ли список городов с семинарами дат? Список существует на 2 недели вперед. Дальше, к сожалению, все в процессе, потому что у нас еще поездка на Бали в этом году должна быть на неделю. И в Арзамас мы едем еще на, тоже к другу на день рождения. Поэтому надо вот все эти вещи учитывать. Сколько подходов делать по схеме Силуянова, ну, смотря по какой схеме, смотря какие гликолитические или окислительные мышечные волокна вы тренируете. 5-дневная тренировка для натуралов подойдет? Подойдет, если объем небольшой. Что скажу про трибулус? Я считаю, что он либо не работоспособен, либо почти не работоспособен. Норма прогестерона мужчины в одной клинике. Прогестерон вообще скачет в течение дня, не обращайте на него внимания. Понятно, что если вы после курса все это пытаетесь, если у вас был завышен пролактин, и следом за ним прогестерон, понятное дело, что вы сейчас будете с ума сходить. Но еще раз говорю, прогестерон это не тот гормон, который надо всерьез воспринимать. Пролактин, да, прогестерон, он будет более... Стас, ты курил? Скажи честно. Да, курил. Скажу честно. Очень немного, в небольших количествах. Экдостерон хорошая добавка, но все эти бустеры, они все, в общем, под вопросом. Как оценить, какие волокна превалируют? Есть формула, можете просто сделать то, что я в свое время говорил. Начать разделить по типу мышечных волокон тренировки и увидите, как они работают. Аргинин работает? Ну да. Гликолитические волокна по Силуянову. Ну, Силуянов вообще гликолитических мышечных волокнах практически не говорит. Вот. Он считает, ну, я считаю, что нужно два подхода в каждом упражнении в отход сделать. САРМС работает, даже в руках не держал. То есть могу вас спросить, работает ли САРМС или не работает. Можно позволить себе пару сигарет в неделю? Себе или мне? Вы, пожалуйста. Я не вижу вот никаких проблем, но мне уже, к сожалению, недоступно. Плечи не работают, не отзываются. Статодинамик, попробуйте их тренировать правильно. Что делать с пролактином? С утра повыше набирает дестинексом, потом опять поднимается. Не знаю, к эндокринологу идти, выяснять почему. Да, вы правильно его глушите, но... Нет, у меня не было гина никогда и не будет. Что скажете про кальян? У меня есть подаренный кальян, но я его не курю. Ну, как-то вот не случилось. Это слишком громоздкое вот это занятие. Сколько делать упражнений на руки, если они отдельным днем?
Ну, на трицепс 3, на бицепс 3, либо 2. Ну, что-то в этом роде. Здравствуйте, да. Да, привет, привет, друзья. Как повысить выносливость, а то слишком большой пульс после подхода? Ну, слушайте, делать интервальное кардио, в общем, другие варианты нет. На сколько процентов урезать углеводы? Фенибут употреблял? Да, употреблял. На 50 грамм урезать. Я не знаю, какая цифра у вас по углеводам в течение дня вообще. После секса прыщи лезут. Не знаю, никогда не лезли, извините. Кого выделяете из аморских атлетов? Ой, не знаю, слушайте, из про. Мне понравился Шон Роден на Олимпе. Просто я сам там был и лично видел его. Как принимать аргинин на голодный желудок? 10 грамм, ну, 8-10 грамм, больше не надо. После 40, больше 40 минут делать кардио после тренировки? Нет, не нужно, достаточно. Как уменьшить внутреннюю поверхность бедра? Любую мышцу, если хотите уменьшить, просто в день тренировки не ешьте белок. Эко-рабочая добавка, как пить? Мне нормальное эко не попадалось, а теперь я уж не знаю, как их пьют. Мне такие добавки больше недоступны, у меня другие проблемы. Да, есть ли смысл делать кардио после силового интурала на сушке или лучше в прочие дни? Есть смысл, потому что после тренировки у вас гормоны как раз мобилизованы. Дистинекс, дорогой, пейте Бергалак. Да, совершенно верно, Бергалак это аналог Дистинекса. Новороссийск, привет. Есть чередовать неделю тренировок подкаста, неделю статодинамики. Статодинамика считается легкой неделей? Ну, называйте ее как хотите, но пускай она будет легкой. Кто больше понравился, Фенибут или Пикамилон? А я второй добавил, второй не пробовал. Про метформин есть новости. Сейчас принимаю по 500. Ну, у меня сейчас очень сложная схема приема добавок. Очень. Я даже не буду сейчас. Потому что я не воспроизведу, потому что я пью всякие пилюльки, наверное, минут по 20 у меня уходит, потому что я сейчас восстанавливаю здоровье и естественно, без каких-либо фармакологических препаратов, поэтому я очень много пью всяких пилюлек, поэтому, да и метформин там тоже есть. Разбавил тренировку груди упражнением на икры и трапецию. Стоит ли? Да, стоит. Если это как вставочный подход от локтя до бицепса яма. Это генетика, удлинить никак. Естественно, никак. И синтолом тоже никак. К отношению к Бикраме, видел его на Олимпе, рядом стоял, ну, конечно, чудовищный. Нет питания по группе крови, не верим. Байконур, привет. Вам спасибо. По Бикраме сказал, ну, чудовищный, огромный, конечно, человек он. Ну, мне кажется, он злой. Метформин помогает, не знаю, потому что у меня пока, вот еще раз говорю, у меня целый цикл. У меня есть друг, врач, который занимается тем, что меня ведет. И я ему полностью доверяю. Как жечь девушке после легкоатлетики квадро? Да точно так же, как и всем остальным. Тренировать их и при этом не есть белок. То есть в день тренировки и после тренировки не есть. Икры многоповторка каждую тренировку? Нет, потому что с ума сошли. Зачем каждую тренировку? Какие БАДы порекомендовали в натурала? Я уже говорил, протеин, креатин, рыбий жир, омега-3 точнее, и комплексные витамины. Вес сейчас 110 килограмм. Надеюсь, это ненадолго. Разбавил, так, я уже говорил, да, стоит разбавить тренировку груди упражнением на икры, на трапеции. Сигареты мешают расти, сигареты на сосуды влияют, а сосуды, в свою очередь, конечно, их ухудшение качества сосудов, конечно, лучше ухудшает и все остальное качество, там, притока крови в том числе. На дельты можно обойтись одним махом? Нет. Девушки могут тренироваться по мужским схемам, только вопрос, зачем? Вред предтреника высокий? Нет. Я занимаюсь Усманова, сделал первые 10 дней. Не стоп считать. Ну да, курить вообще вредно, бросайте. Я тоже считаю, что пора бросать. Как скомбинировать динамику с динамикой? Неделю через неделю. Ну, это единственное. Как избежать судорог на пресс? Панангин не помогает. Я видел людей, которым действительно не помогает ни калий, магний на пресс. Не знаю, причин не могу найти. Как на сушке не сыпаться? Ну как на сушке не сыпаться? Не знаю, правильно, интенсивность тренировок выбирать и, соответственно, объем тренировок. И каким-то образом все это связать с диетой. Как отговорить девушке от приема либо 6, да жиросжигатель это неплохой, зачем отговаривать? Беталок не принимаете? Нет, я принимаю другие препараты. Сейчас после аритмии мне выписали совершенно другие препараты.
Раньше пил от гипертонии, там не буду называть названия, сейчас другие. На кардио на сушке, но если вы с утра делаете кардио, то нужны интервалы. Если нет, то тогда монотонная после тренировки. Стоит принимать стероиды, чтобы увеличить рабочие веса после 26 лет. Не знаю, это уж выбор каждого. Кто-то после 26 пульс на какой на кардио, смотря для чего. Если жиросжигание, вы знаете эту формулу 220 минус возраст. И там в соответствующем процентном соотношении. Беталур швейцарский сборник принимает? Ну, возможно. Нужна легкая тренировочная неделя? Нет, не нужна в моем представлении. 17 лет изредка покалывает сердце, но вы с ума сошли, страшно это или нет? Я не знаю, если это не невралгия, а это реально какие-то нехорошие, идите к врачу обязательно. Связки в суставе вообще не держат нагрузку. Ну, слушайте, бинтуйте, пейте хондропротекторы и добавьте коллаген. Секс день тренировки, да можно и в день, и следом, и до. Как слежу за печенью? Слушайте, сейчас у меня АЛТ, АСТ в норме, то есть ксеникал пили, да, пил. АЛТ, АСТ в норме и нету никаких препаратов, которые бы мою печень сейчас глушили, убивали, поэтому сейчас никак. Вообще гиптрал делал периодически внутривенно. Вот. Сейчас все анализы в норме, горжусь тем, что у меня девственные анализы. Что гамма-аминомасляная кислота повышает выработку гормона роста? Ну, вероятнее всего, да, только во сколько? Насколько этот препарат повышает гормон роста и нужно ли его учитывать? Не знаю, думаю, что нет. Сдаете ли онкомаркеры? Нет, не сдаем. Ксеникал помогает? Ну, слушайте, он выполняет свои задачи, но я давно его пил. Одноповторный максимум, по чьей формуле вычислить? Слушайте, я не помню там названия нескольких методистов, но они все примерно одинаковые. Делаете одноповторное движение, потом выбираете, по-моему, процентов 80 и максимальное количество. Гипомер сейчас рекламируют. Пробовали? Нет, не пробовал. Я все-таки спортивные добавки использую. Да, аритмия зло. Что с ВКонтакте? А что с ВКонтакте? Не понял. Что у меня с ВКонтакте? Что-то не так? Ой. Не знаю, что-то меня спросили, что с ВКонтакте. Сейчас посмотрю. Может, у меня... Не знаю, а что с ВКонтакте? Все на месте. Ну, куча сообщений, на которые я еще не ответил, но я с вами болтаю, поэтому с ВКонтакте все хорошо. Сколько на сушке кардио в неделю? Так, слушайте, ну эти пульсовые зоны всем известны. Ваше ощущение гептрала. Слушайте, легче становится, когда печень начинает нормально работать, просто такое ощущение. Слушайте, какой-то у меня спам какой-то выскакивает. Подождите, прежде чем вы покинете. Какие-то у меня тут спам выскакивает. Извините. А только какая-то хрень выскочила. Ноги отдельным днем имеет смысл разделить на 2 недели или все в один день делать? Нет, почему в один день делать, ради бога? Порно? Тестостерон, валерон? Слушай, тестостерон, валерон, да, порно вот какое-то выскочило, я вообще не понимаю, что это такое. Это мне кто-то прислал, что ли? Неделя в статодинамике можешь считать как легкую? Неделя в статодинамике? Называйте как хотите, но она не является легкой. Отношение к ливзее, да, как к стимулятору опять выработки тестостерона, ну, опять же, опосредованно. Считаю, что эффект плацебо есть, насколько она работоспособна, думаю, что не намного. Эти казино онлайн бесит уже, да, меня тоже бесит. Сколько упражнений на ноги? Так, есть на квадро, сколько на ягодицы? Не знаю, то есть вот вопрос, кардио по 44 минуты, нормально, такая цифра 44, не 43, не 45. Да, нормально, почему нет, 44, хорошая цифра. Статодинамика на плечи, быстрый темп, нет, медленный. Сколько углей в день? Сейчас чуть меньше 200. Молоко нужно убирать для похудения, не знаю, никогда не пил, но своему клиенту я бы рекомендовал брать. Можно ли худеть, сохраняя массу? Можно до определенной степени. Дозировка хондропротекторов, смотря каких, не помню. Кардио можно заменить борьбой самбо? Ну нет, это не будет кардио, конечно, борьба самбо. joycasino.com. Не знаю, что это такое, joycasino.com. Женщин для восстановления ЦНС. Ну что, для восстановления ЦНС все-таки, наверное, пить надо несколько другие препараты. Женьшень все-таки такой адаптоген, не знаю. Вы в интервью с Бадыровым говорили о бета-блокаторах, что-то такое пропустил. Да, говорил, пью бета-блокаторы, пил и, судя по всему, буду пить всю жизнь. А, гликолитический, окислительный, потом легкая неделя. Да, нормально, но я бы силовую включил обязательно.
Скажите, как набрать клиента на тренировке, работу тренером? Не знаю, дружище, не знаю. Есть статьи, что лактоза не заливает. Лактоза не заливает. Что такое бета-блокаторы? Это препараты такие. Пульсовые зоны на кардио. Слушайте, зависит от возраста. Хайгидропин стоит потреблять? Не знаю. Слушайте, если он нормальный, то стоит на гликолитические мышечные волокна. И есть же силовая. Нет, силовая выполняется в существенно меньшем диапазоне. У вас не блокировали страницу ВКонтакте? Нет. Нет. Ну, я никакой деятельностью не занимаюсь, чтобы ее блокировать. Плавание как кардио нормально? Ну, не знаю, не является кардио плаванием. Все-таки нет аэробной нагрузки там. Утром нужны углеводы в виде порции овсянки с изюмом, есть тренировка вечером. Ну да, почему нет? Вы же должны набрать какое-то количество углеводов в течение дня. Поэтому метан шлакует печень, не знаю. Не знаю. Ну, токсичен для печени в другом смысле, а не то слово шлакует. Я не понимаю, что это значит. Какие планы на ближайшее время? Слушайте, планов много. Вернуть форму, начать ездить на семинары, слетать на Бали, слетать в Прагу, возможно. Много чего, короче. Не знаю, много, короче, планов. Такое лето бурное должно быть. Получается, вам достижение в упражнениях на спину в статодинамике? Да, получается. Плечи только в статодинамике? Нет, не только. Не надо только в статодинамике. Только я в статодинамике тренируюсь, потому что, еще раз говорю, у меня есть проблема. Класс бицепс мелькнуло. Ну, мелькнуло хорошо. Так, вы занимаетесь у Усманова или продолжать по порядку, я думаю, ничего страшного. Какие упражнения? Видео будет по статодинамике? Будет блокираторы кортизола. Ну, что, я не видел работоспособных, но еще раз говорю, не знаю. Шредер говорил, что футбол заменяет кардио. Ну, раз говорил, значит заменяет. Овощей яблок много ем, толстею от этого. Ну, смотря какие овощи, если вы едите картоху.